Дорогие журфаковцы, я, к сожалению, не могу исполнить свое желание и лично вас поздравить. Я нахожусь в командировке на Санкт-Петербургском экономическом форуме, но, пользуясь случаем, хотел в такой форме и к вам обратиться. Я поздравляю вас с вашим днем рождения. Я считаю, что журфак – это звучит гордо за годы своего существования, и не только за эти 65 лет. Московский университет много приготовил специалистов, которые защищали честь, имидж, достоинство России разными способами и разными средствами. Журфак блестяще выполнял свою миссию, готовя журналистов, готовя специалистов, которые несли истину, справедливость, добро, как это записано в нашем уставе. Достаточно вспомнить имена ваших выпускников. Это и Лацис, и Аджубей, и Игнатенко, Яна Чурикова. Этот ряд можно продолжить. Я хотел, пользуясь случаем, особую благодарность передать Ясе Николаевичу Засурскому, если он находится в зале. Дорогой Яся Николаевич, мы с вами прошли более чем 50 лет вместе на разных должностях и работах, но вы столько сделали для становления журналистики в Советском Союзе, в России, что это трудно переоценить. Я хочу, чтобы журфак и дальше гордо нес имя журфака Московского университета, а выпускаемые специалисты были теми людьми, которые выполняли эту великую миссию, были справедливыми, были добрыми, несли всем нам чувство единства и чувство гордости за то, что и человечеству, и всем нам вместе удалось сделать. Я желаю журфаку успехов. Елена Леонидовна, я считаю, что у вас сегодня праздник, и этот праздник надо отметить весело. Пусть все гордятся тем, что ваш факультет, с одной стороны, такой молодой, 65, а с другой – это зрелый факультет, очень много сделавший для нашего общества. С днем рождения еще раз, дорогой журфак!